Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас сегодня игра Grand Chess. Я сегодня просто сделаю два суммона, два призыва, также, возможно, будет шумно, потому что дома душно и открыто окно. Поэтому, ребятки, не ругаемся, никакие шумы нам не помешают сделать это. Значит, прежде всего, поехали, значит, магазин призыва, сразу же магазин призыва и больше ничего. Это будет короткое довольно-таки видео, которое... Просто записал, потому что захотелось записать, что-то нужно записать было. Поэтому мы сейчас запишем, откроем то, что у нас есть. И также здесь раз в день дают бесплатные и будет через скоро. Вот, единственное, что, наверное, 7 минут я не успею здесь просидеть с вами. Ну, не знаю, давайте попробуем. Значит, поехали, у нас прежде всего самые суммончики. Я, наверное, бы хотел бы вытянуть, я не знаю, вообще я планирую лайм тянуть. Ну, в принципе, ее. Довольно-таки неплохой хиллер, насколько я знаю, поэтому я хотел бы ее вытянуть. Вот, поэтому погнали! Первый призымчик лайм, то есть у меня также есть другие герои, которых я вам покажу на стриме, поэтому, ребята, главное, чтобы сейчас выпал лайм. Вот. Не то, не то. Опять она же. Опять она же. Я так понял, здесь как раз пакетчи, все падают хиллеры. Разные. Но это все одинаковые, ребят. Это по три. По три каждого, медуза тут же. Ага. То есть, ну понятно, здесь, короче, все одинаковое. Так, что-то более новое, но... Давай, СССР! Нет, СК. СК. Так, ну, окей. И все, что ли? Одна эска и все? Да ладно, вы издеваетесь. Вы правы, что ли? Давайте еще раз, я не знаю. Эсочка. Хорошо, ладно, нам дали там эсочку еще. А, давайте еще раз попробуем. Я не знаю, ну блин, что-то когда прям одна эска и все. Так, что-то интересное, по-моему, будет. Барашек. Нет, барашек не интересно. Да, это неинтересно. По-моему, в конце самые такие вот классные. Так, это третий. С. Ну, что-то новое, но окей. Но это С. Давай, СССР-ку. Блин, да что ж такое-то. Это у нас еще одна С-ка. Ну, по крайней мере, вроде как уже вторая С-очка. Так, Аш-ка. Но! Так. Судя по всему, походу, ничего тоже. Все то же самое. Все то же самое, ребятки. Нет, СССР-ки не падают. Как говорили, что здесь шанс дропа очень-очень маленький. Блин, ну у нас все минус вот эти вот накопленные орбы, которые, в принципе, я довольно-таки долго копил, но, видите, ничего не выпало. Лайм просто не хочет выпадать, поэтому как бы вот так вот. Здесь мы, получается, сделали 45 шагов, 45 мы это сделали. У нас еще вот есть 10 плюс 1, может, как-то можно? А, можно докупить, да? Окей, давайте по одному, может, по одному, в принципе, и дропнется. А, давайте попробуем по одному, почему бы нет. Халявочки, халявочки, давайте все так же маг. Также маг, нет, не маг, также целитель и лайм. Целитель и лайм, и вот сюда вот. Да что ж такое-то? Лайм. Переходим, ребятки, давайте по одному. А вдруг раздропается по одному, давайте попробуем дачу по одному. А, по-моему, нет ничего такого. Хотя тут непонятно по факту, что тут падает. Давай, барашек. Падает барашек нам опять вот этот с крестом. Барышка, конечно, с крестом это круто, но, наверное, не очень. У меня, по-моему, в самом начале где-то его давали, и он был у меня. Там, как назло, на улице кто-то раскричался под окном. Это как всегда, откроешь окно, и постоянно кто-то орёт тут. Ходит, орёт. Погнали, давай. Ну давай, дропни, ну, наконец-то, давай дропни, сколько можно. Давай, СССР. Нет. Но они все одни и те же будут падать, потому что, блин, это пакетч хилов, и хилы одни и те же падают. Ну, в основном, то есть, видим, что практически все одно и то же. Давай. Нет, парашки. Короче, я буду молчать, потому что я кричу «давай», они, видать, пугаются, и ничего в итоге не происходит. Поэтому, ребята, давайте просто молча посидим, посмотрим, вдруг что-нибудь, да, и раздропается. Вот. Нет, это уже тоже было у нас, на самом деле. Как-то так вот. Единственное плохо, что здесь нельзя добивать. Допустим, ты сделал раз и сделал два. Там, допустим, не хватает у тебя. Ты взял бы, добил бы. Хотя орбов нет, окей.
Вопрос, конечно, не вопрос. Там орбов не хватает, там 500 надо, у меня только на один остался призывчик, поэтому как бы вот так вот. Значит, что у нас? Ну, у нас не везет катастрофически. Давай! Эска, опять эска, да что ж такое-то? Но он уже был 1 000 000 раз. Ну, буду качать и хилов, которых, в принципе, некуда будет скинуть их. Гудит, шумит и всякое такое прочее. Нет, короче, лайн прям вообще прям не хочет ко мне. Ну, может, там где-то с бесплатного получится? Нет. Здесь не хочет. Здесь что у нас? Здесь у нас ничего нету. Здесь давайте по одному. Давайте пэтов попробуем попризвать. Может, как раз 7 минут протянем. Вдруг что-нибудь там бесплатки появится. Еще что-нибудь сделаем с вами. Вот. Здесь что у нас? А, ранг выпадает. А, окей. Окей. Давайте еще разочек. А, ранг. Это хорошо, но у нас, по-моему, есть и эски. Есть и эски, поэтому мы как бы с эсками играем. Здесь как бы кошачок этот был. Как кошатина, ДК-7. Ай, здесь... Ну, здесь ССР-ок нету. Здесь, насколько я знаю, падают только эски. Может быть, ССР-ки падают, но, честно, я не видел. Так, тоже, по-моему, что-то похожее было. В любом случае, где-то я новых героев получу. Это дополнительные вот эти орбы, но, блин... Это плохо. Я сегодня надеялся с двух призывов хотя бы получить ССР. Нет, не получается. ССР. В самом начале мы с первого пакича получили, и это было классно. То есть, сейчас вот как-то не задалось, не везет. Хорошо. Хорошо, то есть есть кого качать. Карта монстра это вообще самое такое, что, наверное, бесполезное, что я здесь попризывал. Но вот остальное бы такое 400. Хорошо, значит, что у нас здесь? У нас здесь 1 минута 19. Давайте быстренько сейчас выйдем, посмотрим, что у нас здесь есть. Соберем вот это вот все. Так, что сегодня там будет стримчик, поэтому я, наверное... Так, эску, защита. Я, по-моему, защиту всех. Так, она у меня была. Кто мне защиты не был? Вот это вот и вот этот пацан, по-моему, не был. Давайте я вот призову его. Вот. Дальше что? Ну, чтобы получить орбы. Дальше что у нас? Здесь куча выполненных квестов каких-то. Здесь что-то у нас еще, в принципе, осталось. Почта от друзей. Давайте тоже соберем быстренько. То есть у нас немножко есть времени. Вот. Событие. Событие. Событие тоже выполняем. Здесь, кстати, тоже будут у нас билетик ССРный. Можно будет что-то выбрать интересное. Вот. С билетов, на самом деле, как раз получается очень много. Здесь кубики, соответственно, побросаем. Здесь я уже много чего закрыл. То есть по ивенту... То есть мы видим, что здесь один подарок остался, где-то уже по нулям вот остались. То есть вот как бы вот такая рулетка, такой ивент, который уже, в принципе, по-моему, уже в ближайшее время закончится. Поэтому мы дополнительно еще получаем 30 костей. Вот неплохо на самом деле, вот сейчас заход был. А, так, здесь ящики, сундуки. Вот, 5-7 хрюшка, да? Хрюшка, да, на вилке. Свинка на вилке. 5. Окей. Давайте еще нам костей. 2-3, это мало. 1-1 нам нужно. 1-1. Раз, два, 1-1. 5-5. Ну, выпадает 5-5 дубль. Что, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. Бутылечки. Кстати, бутыльки, бутылек мы последний забрали. И 5-4. Жалко, что не 5-5, мы бы еще бы расходили бы. Плюс у нас еще дополнительно бы здесь еще был бы ход. Вообще неплохо, на самом деле. 60 раундов нужно до награды, у нас 57 раундов мы с вами пока что прошли. Здесь у нас ничего не собирается, то есть вот эти все три слота, они, скажем так, уже неиграбельны. То есть мы все награды уже с них забрали, и плохо, что нельзя забирать кучу наград, вот как и здесь, да, то есть вот так вот. И, к сожалению, нельзя. Вот, поэтому расследование ИО сегодня пока что закончилось. Временный магазин, кстати, появился, временный пакетч. Ну давайте попробуем, я не знаю... Вот вообще не знаю даже. Давайте попробуем лайм еще раз. Не знаю, не везет нам с лаймом сегодня. Все в лайм отдаем, все отдаем в лайм. Лайм, приди. Приди. Фреш. Да ладно. С бесплатного. Офигеть! Мы потратили только что просто вот эти орбы в никуда. Просто-напросто, которые я накопил, которые я пытался. И, блин, это прикольно, что оно вообще хоть появилось. Могло бы вообще ничего не быть, поэтому, ребят, как бы вот так вот. Значит, что?
Ну, скипаем. Я даже не знаю теперь, кого еще призывать. Давайте тогда защитный. Давайте Зиро. Зиро есть, Асин. Асгард, Зиро. Давайте Зиро попробуем. А вдруг повезет еще Зиро. Давайте. Давайте повези, пожалуйста. Повези. Ай, нет. Выпадает нам трудолюбивый главный имп. 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 Ну, давайте еще разочек. Давай. Кручу-верчу. Выиграть хочу. Нет, а еще выпадает. Ну, понятно. Но, в принципе, то, что мы хотели сегодня получить лайма, ну, по крайней мере, я получил на самом деле. У нас есть теперь нормальный, в принципе, хил, вроде как. Вот, не знаю, я его не юзал, вроде как мне его советовали получить, я его получил. Вот, я это дело поюзаю, я это дело получу, когда-нибудь дойду вот до сюда и еще получу дополнительно ССР персонажа еще. Ну, ССР, я не знаю, почему называю ССР, просто потому что везде самые крутые персонажи, это ССР, ЮР есть, здесь просто СР. Вот, поэтому я немножко путаюсь, говорю ССР. Вот, значит, как бы вот так вот. Как бы вот так вот. Неплохо, да? В принципе, неплохо. Я тоже так думаю. Поэтому, давайте, наверное, на сегодня получим еще что-то здесь. Здесь давайте еще защита последнего персонажа защитного вытащим. То есть, в принципе, в защитных, по-моему, я всех получил, которые здесь были. Эсные. Теперь остались остальных там добивать, которые не выпали. Вот, главное не запутаться и ни дубли не натянуть. Что, ну, в принципе, будет орбы прокачать, будет орбы. И все как обычно, как, в принципе, в ББС практически происходило. Также и здесь в Grand Chess. Вот, значит, что, все, в принципе, по-моему, экспедиции и тому подобное, это мы уже сделаем на стриме, поэтому, ребятки, на сегодня вам хорошее настроение, пусть вам везет так же, как и мне, всем удачки и всем пока-пока!